Местное отделение Красного Креста предлагает поддержать мобилизованных из Котласа. Объявлена акция «Сбор необходимых вещей для участников специальной военной операции». Горожане могут принести медикаменты, теплые вещи. Это могут быть, например, балаклавы, носки, перчатки. Принимают и продукты с длительным сроком хранения. Все перечисленное можно принести с понедельника по пятницу с 12 до 15 часов в Котласское отделение Красного Креста по адресу Ленина, 12.